Старейшее метро в мире, подземка Лондона, сегодня отмечает юбилей. Исторические кадры. 150 лет назад тогда еще паровоз совершил путешествие от станции Паддингтон до станции Фарингтон за 2,5 часа. Вот так незатейливо началась эпоха самого востребованного городского транспорта. Вскоре своими подземками обзаведутся все мировые столицы, а лондонская труба, как свое метро называют жители британской столицы, превратилась еще и в один из самых узнаваемых символов всего Объединенного Королевства. И это несмотря на то, что Лондон Тьюб – одно из самых дорогих и загруженных в мире метро. В день оно перевозит более 4 миллионов пассажиров. Схема этой подземки не является самой простой и логичной на свете, но даже сам ее рисунок давно считается произведением искусства. По суммарной длине линии лондонский метрополитен занимает второе после Шанхая место в мире. 402 километра – это 11 веток. Почти на сотни станций работает бесплатный Wi-Fi. Один раз поезд метро вела сама королева. Так экстравагантно Елизавета II открыла ветку Виктория Лайн в 69 году. Ожидается, что ее величество вновь почтит своим присутствием метро на официальных торжествах по случаю юбилея. И уж точно там будет звучать вот эта фраза, ставшая метафорой всей современной жизни. Помните о расстоянии между поездом и платформой.